по-моему, там самый крутой Говардыч. Говардыч, конечно, просто царь, царь в бой. Ух, там карданчиков вначале не сыпали. Это какой-то этот, Валуев, что ли? Это как будто Валуев. Это какой-то странный, какой-то поддельник из Switch Engage. Гитаристы другие все. Где этот же Дудкевич, где кто? Сука, кардан пошел под 200, хорош. У меня сразу мурашки, блядь, вы не понимаете, мурашки, сука, начинаются. Пиздец. Блядь, ебучие мурашки, я не знаю, видно будет в камеру? Как же может кардан так действовать? Просто пиздец. Сука. Блядь. Не, ну конечно Говардыч круче. У него супер узнаваемый тембр, он просто царь. Блять, да, вот это реально как бы, вот это действительно любовь, когда прям именно мурашки начинают идти, поэтому я, конечно, адовый фанат, когда начинается Валилова 16-ми двубочечная, это просто пиздец. Да, да, это моя эрогенная зона, то есть кардан под 200, когда начинает шарашить, у меня настоящие прям мурашки, пиздец просто. Вот это такой холодок, когда прям надо сейчас от него отойти чем-то другим прям, блять, жесть. А так, да, Говардыч, конечно, очень хорош. Мне кажется, один из таких вот лучших, наверное, метал-вокалистов.